каждый из нас в детстве наверняка хотел научиться летать. У деток теперь есть такая возможность благодаря флай-йоге. Так что, господа, пристегните гамаки. Мы взлетаем! Повисеть в воздухе уже само по себе приятное занятие. А если добавить к этому полезное упражнение, получится рецепт идеальной тренировки. Ветер надувает ваш парус, вы прогибаетесь, раскрываете грудь в небо, надулись. Каждое занятие – это новый сюжет. Сегодня гамак – это лодка, а стропы – весла. Немного дыхательной гимнастики, и можно смело отправляться в морское путешествие. Дети в этом возрасте, они еще ассоциациями мыслят. И вот здесь им очень легко свое пространственное мышление развивать, потому что мы всегда путешествуем. И дети, они перевоплощаются, они с удовольствием в эти игры включаются, и при этом они очень хорошо начинают чувствовать свое тело. В воздушной детской йоге, согласно тематике приключений, обыгрывается каждая асана. К примеру, морская звезда на укрепление мышц всего корпуса. А вот упражнение для тренировки мышц бедер – серфинг. Никогда не занималась серфингом, но сегодня мы попробовали это сделать на гамаках, и вроде бы как не получилось. Сегодня ребята были ракушками, водорослями и даже морской волной. Однако больше всех понравилась поза «Летучая мышь». Еще бы, ведь эта асана вверх тормашками. Ты летаешь, как будто в космос куда-то отправляешься, это совсем не страшно. Поза «Летучая мышь» укрепляет вестибулярный аппарат и исправляет осанку. К слову, каждая асана выполняется не более минуты. Раскачивание в гамаке, полет над землей, кувырки – все подобрано с учетом детской физиологии. В гамаке очень много таких удобных асан, которые помогают поработать с осанкой. Нету таких серьезных нагрузок, как в спорте, будем так сказать. Это не спорт. Йога-игры, они должны быть, потому что они пришли отдыхать, им нужна игра. Они привыкли к этому виду деятельности игровой. Они воспринимают через игру гораздо лучше. Воздушная йога развивает ребенка эмоционально и физически, учит правильно и безопасно балансировать в воздухе, а главное, снимает все страхи. Каждое занятие здесь заканчивается отдыхом в гамаке. Спокойная музыка уравновешивает нервную систему, что особенно полезно для детей. Оторваться от земли приглашают детей от 7 лет. Трижды в неделю спортзал спорткомплекса «Шериф».